в этом доме были. Шестой дом, 81-я квартира. Что вас беспокоит? Беспокоит крыша и подвал. То, что крыша течет, то, что подвал затапливается водой. Убедительная просьба наших властей, чтобы обратили внимание на наш дом, чтобы приняли какие-то меры, чтобы привели порядок в конце концов. Коммунальные платежи платят? Регулярно. Ну, видите, многострадальные дома на энтузиастов, крыши текут, подвалы затапливаются, все в воде, все в сырости. Если так будет продолжаться еще несколько лет, крыши рухнут, подвалы просядут, в этих домах, наверное, уже станет невозможно жить. Если власти не среагируют на это, что-то надо сделать, какие-то срочные меры какие-то предпринимать. Людям жить уже невозможно. С места событий журналист Роман Вершниц, оператор монтаж Андрей Хлопчиков.